Меня зовут Оля Рябковец, я директор «Тотального диктанта» и хочу поздравить «Открой рот» и Мишу Фаустова с юбилеем, с десятилетием проекта. У «Диктанта» и у «Открой рота» очень много общего, помимо того, что проекты родились в Новосибирске, оба яркие, дерзкие, у нас много общих городских координаторов, да что говорить, у нас с Мишей Фаустовым даже детей зовут одинаково, Федор Михайлович. И несмотря на все это, с «Открой ротом» я познакомилась только в 2015 году, и не в Новосибирске, как это можно было бы подумать, а в Ростове-на-Дону, где я впервые судила. И с тех пор так уж повелось, что роль у меня такая, жестоко наказывать за неправильное ударение, которое допускают чтецы. При этом я всегда искренне восхищаюсь теми людьми, которые могут классно, здорово, без запинок и артистично читать тексты совершенно разные вслух. Поэтому я всех поздравляю проекту, желаю процветания Мише, здоровья, сил, вдохновения, а самое главное, много денег на то, чтобы можно было реализовать все задуманное. С юбилеем, с новыми «Открой ротами». Ура!